Всем привет! Сегодня 18 октября 2022 года, 7 утра, Славянск. Как всегда, машина стоит под домом, воет, рычит чем-то. Каждое утро приезжает и воет. Холодно, так как и обычно. Собаки уже проснулись. Чича вставала чуть пораньше. Небо ясное, с таким красным восходом. Так что в этом плане все хорошо. Тихо ночью было. Вчера вечером газ так и не пошел, но зато закончилась еще и вода. Поэтому воды нет. Ну, резерв у меня есть, слава богу. Так, новостей больше никаких особо нет. Будем сейчас потихоньку вставать, заниматься делами, согреваться. Холодина, но и в доме, и на улице. Иней опять на траве. Так что вот такие-то дела. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. До вечера.